Мы находимся под Нарвой. Вот. Теперь здесь у нас под Нарвой еще есть одно достопримечательное место. Сюда съезжаются паломники со всего мира, чтобы посмотреть на все это своими глазами, так сказать, попробовать, понюхать. Вот это место. А мы на жопе сходим? Чтоб вам было понятнее, сейчас я подойду ближе к этому полю, и вы все сами увидите. Вот начинается это поле. Этот лес. Да, этот лес, заросли. Что ты, мать? Ты не упала. Ой, как она воняет. Ага. Теперь вы поняли, что это за поле такое? Кто понял, ставьте пальчики вверх. Да. Кто сразу не догадался, даю подсказку. Самый чаще. Тут целый лес. Целый лес. Все, пошли обратно. Как теперь выйти-то, не заблудиться здесь? Кричите. Я не знаю, кто и для каких целей посадил ее. Но она, скорее всего, государственная. Вот такое вот поле есть у нас в Эстонии. В свободном доступе. Каждый желающий может сюда приехать, сфотографироваться, снять видео. Все, поедем сейчас дальше. В Нарву. На рыбу. Да, возьмем кое-какие вещи, потом вернемся обратно на хутор. Не, возьмем сначала. Бабочек ловить. Нос теперь чешется после вашей. Как тебе поле, понравилось? Поле? Веселое. Я думала, что оно пахнет, но не пахнет. Не пахнет. Поле радости. Не пахнет. Как бы я думала, что сильно пока. Я ж никогда ее не видела в жизни. Вот такое у нас в Эстонии есть веселое поле. С вами были мы из Эстонии. Вы смотрели канал из Эстонии. Саня, а Алан Равгеймс? Алан Равгеймс ни при чем. С одним подписчиком. Канапель, канапель, это наша канапель. Что с этой стороны конопля растет? Что с этой стороны конопля растет. Да. Они решили посадить траву, чтобы народ обкурился и всем было весело. И чтобы никто не спрашивал, где работа, где зарплата. Или они решили потом все это сложить в большой сток, высушить, подпалить и закумарить Россию. Это новое оружие. Новое оружие. Против России. Нет, это трубка мира. Как это? Дымовая завеса конопляная. Так что вот.